приготовим яичницу со шпинатом. Для этого нам понадобятся специи, сливочное масло, яйца, лук, листья шпината, зелень, растительное масло. Подготовили продукты, порезали шпинат, помыли лучок тоненькой соломкой, зелень и подготовили для дальнейшего приготовления. В сковородку кладем сливочное масло, разогреваем его. Всыпаем лучок и будем его сейчас пассеровать. Лучок попассеровался, теперь добавляем шпинат. Шпинату совсем немножко нужно времени, но теперь вводим яйца. Добавим соли, немножко зелени. Готовьте! Это легко, просто, очень вкусно и очень полезно.